этих людей тоже болит голова. Они тоже устают. У них также случаются проблемы, плохое настроение или упадок сил. Но они точно такие же, как и мы с вами. Во всем. Кроме одного. Одного уникального таланта, благодаря которому мы и называем их удивительные люди. Добро пожаловать в место с наибольшей концентрацией удивительного. В пятом сезоне нашего проекта мы вновь собрали людей с поразительными способностями, чтобы оценить их талант со всех точек зрения. Тот, кто впечатлит зрителей в зале сильнее всего, окажется в финале, где поборется за кубок проекта и миллион рублей. Ну а свою экспертную и эмоциональную оценку всегда готовы выразить наши звездные гости. «Сомнение — это частица веры», — сказал Даниил Хармс. «Это точно Хармс?» — сказала Ольга Шелест. Самая сомневающаяся телеведущая — Ольга Шелест. Один мнемотехник пытался запомнить все его галстуки и не смог. Самый стильный хореограф и телеведущий — Евгений Папунышвили. Некоторые ее бывшие соперницы тоже не могут вспомнить, как ее зовут. Настолько впечатляющей была встреча. Зато отлично помним мы, абсолютная чемпионка мира по боксу, Наталья Рогозина. Спасибо. Ну и, конечно, человек, которого я могу назвать только мозгоправ, потому что он все знает про мозг и всегда прав. Эксперт проекта, директор Института когнитивных нейронаук, профессор Василий Ключерев. Удивительные люди готовы навсегда изменить ваше представление о возможном. Кто же сегодня примерит на себя статус финалиста нового сезона, узнаем сегодня. Приготовьтесь удивляться. Чем пахнет миллион рублей? Возможно, это сможет рассказать нам наша следующая участница. Ведь она мечтает попасть в финал проекта благодаря своему уникальному обонянию. Меня зовут Дарья, я парфюмер и обладаю уникальным обонянием. Когда я вспоминаю что-то, в первую очередь идет запах, потом картинка и звуки. Меня всегда волновал вопрос, почему же шампуни, кремы и мыло, допустим, пахнет не так, как заявлено на упаковке. Указано, что там цитрус, яблоко, а пахнет он жвачкой. Я стала заказывать уже, на самом деле, синтетические ароматические вещества, чтобы понять, из чего делаются отдушки для бытовой косметики. Это вылилось как раз в мое увлечение парфюмерией. Я начала делать духи на заказ. Кто-то хочет подчеркнуть статус, кто-то хочет выглядеть более женственно. Кому-то не хватает уверенности, это можно подчеркнуть духами. В какой-то момент я поняла, что это мое призвание, потому что мне это очень нравится. Это прям любовь и вот все моя жизнь. Я очень благодарна проекту «Удивительные люди». Он дает мне возможность заявить о том, что в России есть база прекрасных профессионалов парфюмерного искусства. Таким образом, мы можем обратить на себя внимание, чтобы отрасль развивалась и процветала. Встречайте, Дарья Верзилина. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Ну, вам тяжело, наверное. То есть вы постоянно чувствуете, кто чем ароматизирует пространство? Все верно. И как? Все нравится? Или я бывает, за человеком что... и нюхаю. Ну, я вот понимаю, это как с психиатрами. Он смотрит вокруг и сразу ставит диагнозы. Это тяжело бывает. Мне кажется. Верно. Ну, ладно, хорошо. А может ли человек настолько четко различать запахи,
чтобы найти конкретный из полусотни других ароматов. Узнаем вместе с Дарьей Берзилиной. Итак, в студии вы видите 50 флаконов с ароматическими маслами и 50 емкостей с водой. Сейчас я попрошу ассистентов завязать Дарье глаза, чтобы она не видела наших манипуляций с маслами. Ну вот, а теперь я прошу кого-то из звездных гостей подойти к столу, выбрать три аромата и добавить масла в три емкости. Ассистент зафиксирует, какие масла выбрал или выбрала, ну, я не знаю. Ну, Оль, хотите? Хочу. Да? Ну, прошу. Давай. Вам аплодисменты. Ну, я люблю запутывать. То есть вы хотите это делать осознанно? Конечно. А потом я сейчас схвачу что-то и накапаю. Спасибо. Так. Так, чтобы не выветрилось, это важно. Возьмем вот этого и отправим. То есть, Оль, вы хотите сказать, что вы заранее знаете, чем пахнут вот эти пузыречки внутри, да? Я? Да. Ну, примерно. Но такое женское качество или так любой уважающий себя человек? Если вы умеете читать, вы сможете это прочесть. Это дело не в умении читать, дело в оптике. Но это я могу прочитать, да. Да. Все-таки вы как всегда, вы вот как вы умеете. Чтобы было собрала непросто. Собрала коллекцию, да? Да-да-да, я понимаю. Ну что же, мы не будем мешать, правильно? Надо же что-то такое создать интересное. Теперь я попрошу ассистентов добавить еще 30 масел в 30 емкостей. Точно так же, по одной капле. Василий Андреевич, а есть ли запах у интеллекта, вот скажите мне? Ну, боюсь, он, да, есть. И он вам не понравится. Как-то настораживающе вы ответили. Давайте расскажу, что же мы имеем на настоящий момент. У нас 50 сосудов. 30 из них содержат по одной капле аромата. Это те капли аромата, которые туда поместили наши ассистенты. И еще 3 сосуда, куда ароматы помещала Ольга. Ну и пора будить Дарью, мне кажется. Дарья, вы так много пропустили. Здравствуйте. Ваша задача сейчас найти следующие ароматы, вот которые назовет Ольга. Я решила выбрать 3 цитрусовых аромата. Во-первых, они все между собой немножечко схожи все-таки, как мне кажется. Я не нюхач, не знаю, но вот я руководствовалась этим. И плюс, насколько я знаю, цитрусовые ароматы достаточно быстро улетучиваются. Их достаточно сложно поймать через какое-то время. Итак, я предлагаю вам найти лимон, лайм и бергамот. Прошу вас. Начнем с этой стороны. Это похоже на масою. Такое необычное специфическое масло, которое пахнет молоком. О, сколько нам открытий чудных. Это совершенно характерное эфирное масло. Иланг-иланг. Много новых слов для меня. Дарья, в парфюмерных магазинах дают понюхать еще кофейные зерна. Угу. Это работает, правда? Ну, если немного нюхать, то может и сработать, но вообще они забивают просто некоторые рецепторы, и вы слышите просто часть композиции. Ого, то есть лучше не нюхать. Угу. Это похоже на кедр гималайский. Кедр гималайский, какая прелесть. А это разведение вообще разумное, или это просто невероятно сложное, или это наоборот? То есть порядка 2 литров, я думаю, здесь воды, и в каждом сосуде капля. Сложновато, конечно. Оно может выветриваться, действительно. Там некоторые масла за 5 минут выветриваются. Вот. У нас тут спасают крышечки немного. Мы ищем бергамот, лайм и лимон. Не надо нас к этому привлекать. Вы ищете. Как скажете. Как это называется? Органолептический анализ? Ого. А? Вот это слова. Именно. Хорошо сказал? Вовремя? Отлично.
А Дарья, по-моему, отпивает уже что-то. Пока мы не смотрим. Похоже, что баночка номер 32. Это явно цитрусовая. И очень похожа на лимон. Ну, или, можно или отставить пока и... Угу. Да. Запомню. Интересно, кстати, взаимосвязь также запахов и нашей памяти. Чувствуешь какой-то аромат, и у тебя сразу всплывает событие именно того момента, когда ты пользовался, например, такими же духами, или кто-то близкий тебе. Или шаурма. Да, раз сразу, студенческие годы. Или шаурма, запах детства. Мне кажется, в номере 29 находится бергамот. Ну, давайте... Хорошо, первый подозрительный сосуд был какой? 30... 32. 32, а это 20... 29. 29. Ну, хорошо, мы запомним. Ну, а вы пользуетесь какими-то техниками вот очищения обоняния? Я не знаю, но вот... Да, вот, кстати, если невозможно выйти на свежий воздух, можно подойти к чему-то влажному. Подставить нос под увлажнитель, правда? Да, нос под увлажнитель, я так работаю. Вода очищает рецепторы, смывает. Ну да, то есть это должен быть просто чистый водяной пар. Да, понятно. Все верно. Боже, какой ряд был. Давайте заново начнем. Я смотрю, Наташа не на шутку увлеклась. Как бы не спугнуть, потому что, как замечено, цитрусовая очень высоколетучая. Четвертый бергамот. Да-да. Пятый лайм. Возьмем вот это вот на заметку. Еще и 11 присоединился. Так, 29, 32, ага. 11. И 26 еще. 26 тоже подозрительный. Да. И он тоже очень бергамот. Подозрительный. Понятно. Ничего ну что, нету. Все 50 вы исследовали? О, да. Ну, давайте точно исключим бергамот, 29 номер. 29 номер, угу. Бергамот. Угу. Хорошо. Ну, пусть 11 будет лайм. То есть мы нашли бергамот и лайм. Ага. И лимон. Это что-то такое подозрительное. Я начинаю сомневаться. Мне кажется, она просто потеряла. Да, она потеряла. В общем, я сомневаюсь, но все же 32-й похож на лимон. По мнению Дарьи, 11-й – лайм. Дальше. 29. 29. Бергамот. Бергамот. 32 – лимон. 32 – лимон. Отлично, это ваша версия. Теперь, как было на самом деле? На самом деле было так. 11 – лайм. 29 – бергамот, 32 – лимон. Супер! Вам аплодисменты! Это правда удивительно, потому что огромное количество было вариантов. Спасибо. У нас есть второе испытание – определить, чем пахнет Евгений Папанашвили вот на этом расстоянии. Он пахнет обаянием. Жень, вам слово. Это очень красивое, во-первых, испытание. Выглядит... Дарья красивая. Дарья фантастически красивая. Это правда. И на самом деле, кажется, это просто нереально. Какая-то капелька... масло в таком количестве воды, при этом такое количество этих емкостей. Спасибо вам большое за этот красивый номер. Спасибо вам большое за поддержку. Было очень круто. Я просто по себе знаю, что такое зайти в парфюмерный магазин, который уже наполнен запахами самыми невероятными, и выбрать что-то свое, это надо все перенюхать, и у тебя уже просто полная каша в голове, буквально от 3-4 запахов. Возвращаешься, потому что уже не помнишь, как пахнут те, и вот это постоянное головокружение. А здесь действительно огромное количество запахов, причем таких отчасти похожих друг на друга, переплетающихся, тем более цитрусовые. Поэтому я, конечно,
конечно, восхищена вашим профессионализмом. Спасибо. Это очень здорово. Василий Андреевич. На самом деле, мне очень было интересно наблюдать за происходящим, потому что сейчас вот в науке, изучающей мозг, целая революция, связанная с ароматами. Вот в наших всех учебниках было написано, что человек хуже других животных воспринимает ароматы. А тут оказалось, что у большинства животных одинаковое количество нейронов, клеток мозга, примерно 10 миллионов. Почти у всех животных ровно 10 миллионов посвящено анализу ароматов. И ученые задумались, может быть, мы не так плохо воспринимаем запахи. И оказалось, что человек очень чувствительен к запахам. Это совершенно неожиданное открытие, и достаточно 1-2 атомов в воздухе, чтобы чувствительный человек их определил. Требуется, наверное, невероятный опыт, тренировки и какие-то врожденные способности особенные. Я был просто восхищен. Спасибо. Спасибо, Дарья. Спасибо вам большое. Дарья Верзилина. Удивительный человек. Спасибо вам. Спасибо. Не знаю, есть ли реальный аромат у победного духа, но уже сегодня Дарья может ощутить его, если зрители в зале решат, что она удивила их больше всего. Впрочем, впереди еще немало уникальных номеров. Так что продолжим. Перефразировав классика, наш следующий участник мог бы сказать: «Я тебя породил, я тебя и привез». Меня зовут Андрей Яковлев, я участник 3-го сезона проекта «Удивительные люди». Я Яковлев Егор, сын и преемник династии Яковлевых. Меня папа начал брать с собой на тренировки, когда он еще готовился к чемпионату Европы. Даже вот в этом раннем детстве Егор уже сразу начал делать успехи. Он начал метать ножи раньше, чем говорить. Вот тогда у нас он втыкал нож, и мы с ним делали такой: «Дай 5». Он так раз мне подходил: «Давай 5». Это была лучшая похвала такая для него. А вот сейчас он уже по своим званиям-то меня даже уже обогнал, потому что я-то являюсь 9-кратным чемпионом России и 8-кратным чемпионом мира. У него уже званий больше. На данный момент я являюсь 10-кратным победителем первенства России, 8-кратным победителем первенства мира, 2-кратным чемпионом мира по спортивному метанию ножа. И мне принадлежит рекорд. Я выпускаю 20 стрел за минуту из традиционного лука. Сегодня я буду бороться против отца и постараюсь превзойти его. И это, кстати, для меня непросто. С одной стороны, я не должен плохо выступить, чтобы не подвести учителя. А с другой стороны, этого учителя я хочу победить. Сейчас действительно будет очень интересное испытание, потому что, в общем-то, как говорится, на свою голову я вырастил себе очень хорошего соперника, которого знают и в России, и в мире. И даже я уже начинаю его побаиваться. Участник прошлых сезонов проекта Андрей Яковлев, поразивший нас искусством метания ножей, сегодня появится в этой студии со своим сыном. Встречайте, Андрей и Егор Яковлевы. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад видеть вас снова. Да-да-да, нам тоже радостно вас видеть. Потому что я помню, как мы с Евгением, но Евгений красиво, а я нелепо, пытались научиться метать ножи, и Женя даже один раз что-то куда-то воткнул. К. Л. И. Н. О. К. Ну тут... Круто! Весь год тренировался, да? Александр. Сегодня... Я смотрю, да. Все руки в мозоли, колени сбиты. Слушайте, да поможет нам прическа. О да, о да. Слушайте, скажите, а вы научили сына вот этому безобразию всему? Это великое искусство. Да, простите, простите. А скажите, а как рано малыш начал? С 2 лет. С 2 лет. А сейчас вам? 20. 18 лет практики. А у вас сколько лет практики? 19. Ну да, ну да. А вы как-нибудь на соревнованиях, не знаю, никогда не соперничали? Ну, то, что я дома понимаю, можно выйти... Нет, на соревнованиях практически регулярно. И вот прям прошел буквально месяц назад чемпионат Самары был.
Он меня обыграл. Серьезно? Да. Аплодисменты вам. Нет, ну вам должно быть приятно. Это нисколько не обидно. Была возможность выбирать соперника, я бы его не взял. Ну, прекрасно. Нет, это прекрасно. Сейчас все проверим. А чей глазомер и верная рука будут точнее в дуэли отца и сына, узнаем прямо сейчас. Первый этап – испытание скорости. Егор и Андрей, вам предстоит по звуковому сигналу выхватывать нож из ножен и метать в мишень. Лучшим признается тот, кто метнул клинок быстрее соперника и попал ближе к центру мишени. Всего будет 3 дуэли. Готовы ли вы, о спортсмены? Спортсмены готовы. Первый бросок. Ну, я думаю, что можно оценить легко. Ну, папа был быстрее. Папа был быстрее? Да. А сын точнее. Готовы? Вот это да! Одновременно, да, почти? И снова! Круто! И снова! Снова! Представь себе, вот если так нервяк дома, да, представляете? И вот. Понеслась. И вот, все стены утыканы. Готовы? Хочу сказать, что на левой мишени просто самый центр. Там уже не просто яблочко, там уже огрызок этого яблочка. Класс! Класс! Мне кажется, что в предыдущем испытании победил Андрей, если я прав. Да, все отлично. У некоторых участников сомнения, но так нам показалось. Ну хорошо, второй этап. Испытание меткости. Перед участниками расположены мишени со значениями от 1 до 7. Егор и Андрей должны попасть в каждый круг мишени последовательно. Сюда не отлетит? Нет, вы в самом безопасном месте. Да. Будете готовы? Подайте сигнал. Можно. Единицы есть, тройки почти. 6, 6. Егор был первый. И, мне кажется, точнее. Ну что ж, в этом поединке Егор побеждает. И третий этап испытания. Тактика. В студии вы увидите специальные весы с мишенями. Каждый участник должен попасть в свою мишень такое количество раз, чтобы весы склонились в его сторону. Это и будет означать победу. Когда будете готовы, подайте сигнал. Руки подняты. На старт, внимание, марш. Я бы назвал этот поединок не тактика, а ярость. Класс. Андрей и Егор Якулевы, аплодисменты. Счет 2-1 в пользу старшего поколения. Егор, как вы думаете, результат? Да? Все было честно? Да, все было честно, безусловно. Потому что мне показалось, что мой вердикт после первого соревнования как-то у вас был под сомнением. Ну, первый я не уверен, поэтому я здесь ничего не буду говорить. Вы смотрели со стороны.
Вам виднее. Ну, нам так показалось, тем более, что попадание точно в яблочко. Нет, яблочко. Это был просто какой-то образцово-показательный бросок, поэтому можно считать, что вы взяли реванш сейчас. Ну, отыгрался, да, немножко за чемпионат Самары. Скажите, а кроме чемпионата Самары еще какие были соревнования? Ну, в этом году, титулы? В этом году, увы, маловато было соревнований. Но с тех пор, как вот 2 года назад, очень много изменилось. Мы с ним оба стали чемпионы мира. Я действующий чемпион мира. У нас появилась еще династия, продолжается. У него сестренка, у меня дочка. Ей уже скоро 2 года. А мы уже знаем, что начинать надо с 2 лет. Именно. Прекрасно. Наталья, как вам соревнования? Ну, вы же знаете, Александр, что мне нравятся такие конкурсы спортивные, да, боевые. Так как я сама сразу, да, к вам. Всю жизнь в спорте. Я получила огромное удовольствие, наблюдая за вами. Вы знаете, у меня сыну 19. И так как я такая сильная женщина, да, мне надо быть сильной. Я сама сына воспитывала и воспитываю. Горные лыжи, бокс и ватерполо наставляла там, чтобы он был самый лучший. И сама плавала. И вейксерф, он уже катается лучше, чем я. И сейчас я наблюдала за вами. Ты хочешь обыграть папу, но он не сдается. Он делает мотивацию, чтобы ты потом его когда-нибудь уже обогнал. И я рада, что у вас вот такая дружная семья спортивная. Пусть там ножи будут, пусть это будут кинжалы. Главное, чтобы вам нравилось, и вы чемпионы в своем деле. Это самое главное. Спасибо. Вы любите свое дело. Накопились ли у вас за год тренировок вопросы, Жень? Сейчас очень много мыслей. Ну, во-первых, самые положительные мысли о вашей семье. Вы, правда, замечательные. Вы очень крутые прям. И так здорово, что вы поддерживаете друг друга. Так здорово, что есть такая здоровая, очень правильная конкуренция, потому что... И вообще-таки добродушная, да, семья метателей ножей. Это же всегда это звучит здорово. Даже звучит как-то приятно. Знаете, просто сейчас очень сложно объяснить. Это вот ходят такие мемы, там, типа, сейчас молодежи не понять. Я просто вспоминаю, как в перерывах между танцами, занятия танцами, футболом, и еще я был чемпионом в школе по вкладышам. У нас прям рубки были невероятные. Это вот так, да, будет. Каждую, да, перемену. Прекрасный это спорт. Просто невероятные были баталии. А после школы любимейшее занятие было играть в ножички. Вы не представляете, как мы рубились во дворе вот с ребятами. Любимейшая игра была вот наша в детстве. Спасибо вам большое за это испытание. Это прям было круто. Спасибо. Спасибо, Ольга. Поскольку я, как там говорилось, косой глаз, косые руки и так далее, меня всегда восхищают люди, которые могут реально попасть в мишень с определенного расстояния, уже до разного роста, но при этом 2 одинаковые мишени. Это же каждый должен примериться под свой рост, да, понять, как это физика, целая наука. Спасибо вам большое, это было невероятное зрелище. Так, а вы видели, моменты были, что они одинаково делают движения. Да-да-да. Прям вообще вот такая прям была обстановка, прям синхрон, как одно единое. Ну, вы семья, папа и сын. Так и должно было быть. Василий Андреевич. Это было классно. Может быть, я воспользуюсь ситуацией и задам вопрос. В следующий раз, когда вы, может быть, придете с дочкой к нам, как усложнить задание? Прямо сейчас уже вообще нормально усложнили. Дальше некуда. Уже ножи не все попадали. Не-не, но живьем мы, я думаю, уже никто не видел таких цирковых номеров. Но в кино, да, пожалуйста, когда выступали люди, ну, какая-нибудь красивая девушка, которая на стене, и вокруг нее нужно втыкать ножи. Вот это прям точно категорически запрещено. Смертельный номер, поэтому ни в коем случае мы рисковать не будем своим видом спорта, который я 18 лет пробивал. Андрей и Егор Яковлевы. Приятные и удивительные люди. Спасибо вам большое. Спасибо. Здорово. Обратите внимание, что по итогам этой дуэли Андрей Яковлев попадает в число претендентов на финал. Продолжаем удивляться. Не надо строить воздушные замки, говорим мы человеку, который о чем-то слишком размечтался. Наш следующий герой мечтает о победе в нашем проекте. Ради этого строит мыльные башни. Встречайте, Роберт Калмухян.
Меня зовут Роберт. Я искал себя в разных областях, именно в творчестве. Смотрел всякие ролики, увидел в исполнении зарубежных артистов работу именно с мыльными пузырями. И мне для этого жанра нужен был хороший раствор. И в связи с тем, что не у кого было взять рецепта, методом проб и ошибок заходил в магазин «Хозяйственные товары». Все скупал, в принципе, всю химию, все, что там было, и моющие средства, и шампуни, и пена для ванны, и так далее. Если пузыри не получаются, я останавливаю представление. Добавляю туда специальный волшебный порошок. Сам раствор адаптируется уже под основную атмосферу. И тогда я уже показываю представление. Я, конечно, этот рецепт никому не открываю и не открою. Это будет моим семейным секретом. Когда я исполняю свою роль именно с мыльными пузырями, на самом деле я превращаюсь в ребенка. Это настолько интересно, настолько чудесно все происходит, и я могу подарить радость окружающим. Здравствуйте, Роберт. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, а это увлечение или это... Ну, я знаю многих людей, которые это делают своей профессией, они показывают мыльные шоу. Уже профессия. Я стал рекордсменом мира. Спасибо. Я стал рекордсменом мира, дважды рекордсмен России. Вот, именно в этой области построил и башню. Потом у меня уже построена башня внутри сферы. То есть сначала выдувается сфера, и внутри выстраивается башня из мыльных пузырей. А какая высота и сколько было элементов? Мною построено вот то, что зафиксировано в рекорде. Это 10 сфер друг на друге и высотой 1,25 м. Впечатляет. А скажите, так как мы видим, что стоит вот какой-то измеритель высоты, да. Ну, такая вот мерная, я не знаю, мерная колба, назовем ее так. Да. А вы хотите повторить этот рекорд? По желанию его побить. Ну, здорово. Хочется скорее увидеть. Хочется скорее увидеть. А можно ли управлять мыльными пузырями так, чтобы они сложились в настоящую башню? Попробуем вместе с Робертом Калмыкяном. Спасибо. Роберт. Но мне потребуется секунд 15-20 для того, чтобы я подготовил. Да? Можно? Пожалуйста. Спасибо. На результат может повлиять множество факторов, поэтому мы выключили в студии все кондиционеры, заблокировали двери. Просим никого не совершать никаких резких движений в избежании сквозняков. А дышать можно? Нет. Как нет? В этом весь конкурс. Я готов. Роберт, вам удачи. Спасибо. Восьмой элемент, да? Супер. Я почему-то никогда такого не видел. Какая-то такая... Я впервые вижу тоже. 12. Да, слушайте, а странно, нам казалось, что из бокалов хрупкая башня. Ай! Ай! Ну, Роберт, вам аплодисменты. Спасибо. Давайте еще раз. Давайте еще, да. Это так красиво, это как-то...
Это как-то завораживает. Скажите, а имеет смысл? Ну, правда, мне кажется, что все получают удовольствие. Если вам хочется попробовать. Спасибо большое. И если у вас есть надежда, что может получиться, может быть, еще раз попробуйте? Да, я хотите? С удовольствием. Давайте, ну, давайте. Потому что, да. Нет, нам в радость. Нам в радость, нам приятно. Спасибо. Прошу, большое. Давайте спасибо. Поаплодируем и еще одна попытка. Спасибо. Не надо, да, не надо мешать просто. Завораживающе, потому что они оживают. Это очень красиво. Сколько видно? 9. Нет, 8. Раз, два, один три, большой. Четыре. Рекорд 1,25 м. Александр, опять вы виноваты. Ну, потрясающе. Потрясающе. Аплодисменты вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Это было огромное удовольствие. Спасибо. Откровенно говоря, если бы не сквознячок, можно было бы выше поднять. Мне кажется, что, ну вот, я не знаю, как рекорд устанавливается, сколько времени должна простоять эта башня. Но, мне кажется, и телезрители, мы все видели, что где-то 1,30 м больше, было. Больше а может быть и больше. Ну, я просто со своей точки, мне кажется, что ну, вот, рекорд не устоял 1,25 м, я имею в виду. И абсолютно вне зависимости от цифр. Это очень красиво, это какое-то новое зрелище. И спасибо. Спасибо вам. Просто спасибо. Доставили большое удовольствие. Спасибо. Спасибо. Ольга, хотите... Хочу. На самом деле завораживающее действительно действие, что-то невероятное. И вот это, знаете, секундное существование этого шара, оно, конечно, добавляет какого-то драматизма всему этому номеру. И здесь, наверное, стоит отметить упорство Роберта, потому что шары лопаются, нужно надувать новые, они опять лопаются, новые, потом опять все рушится, и все заново. И очень здорово, что вы не опускаете руки, что вы не останавливаетесь. Спасибо. Это тоже, мне кажется, свойство такое и характера, и темпераментно сосредоточиться и вновь начать эту работу. Я желаю вам достигнуть больших успехов, построить самые спасибо. Большие башни, потому что мыльные пузыри будут всегда радовать людей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Ольга. Я хочу сказать, что я как-то я растекся от всего увиденного, как-то мне все это... Соберите нас научно, Василий Андреевич. Кстати, вот про терпение. Может быть, это про терпение или это про что-то другое? У меня это сейчас про что-то другое, потому что редко, когда ты ощущаешь это чистое чувство удивления. Да, когда ты что-то читаешь в первый раз, видишь в первый раз. И я просто вам благодарен за это чувство спасибо удивления. Большое. Евгений. Ну, такой, знаете, в мире мыльных пузырей такой Лионель Месси, да, если можно сравнивать. Просто бог мыльных пузырей вообще... Браво, правда, потрясающе. Можете прям... Я просто не прощу себе, если не попробую. Один раз можно я выдую один пузырь? Пожалуйста. У меня специально для этого есть реквизит. Смотрите, значит, что мы делаем? Во-первых, окунаем ракетку. Ракетку. В жидкость. Ага. Выдуваем пузырь. И управляем, подчиняем его себе.
То есть мы его держим на одном уровне. Женя, это важное умение – подчинить себе пузырь. Я могу его назвать? Это биополе, это не какая-нибудь тебе, знаешь. Можно сделать еще вот так. Я вам еще один трюк покажу. Здравствуйте, телекинез. Смотрите. Вот, тоже выдули пузырь. И начинайте от него отщеплять кусочки. Ух, ёпта. Класс. Можно так. Женя, поразите нас пузырем. Ого. А вот смотрите, это вот колбаска. Когда вы тянете, его нужно отрывать. Сейчас, смотрите, сейчас. Смотрите вместе. Раз, опа. Сейчас, тихо, вот держите, так. держите. Держите. Да, держу. Женечка, давай. Женечка, вставай, вставай, вставай. Женек, женечек. Спасибо большое, спасибо. Класс. Эх. Женя. Ого. Смотри. Мама дорогая. Ой, а как это вы сделали? Я пропустила все. О, обалдеть. А какое-то волшебство в этом. Роберт Калмухян, удивительный человек. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Круто, мне правда, вообще. Пожелаем Роберту, чтобы его мечты о попадании в финал не лопнули, как мыльный пузырь. Кто сегодня окажется лучшим, узнаю в конце выпуска. А пока продолжаем удивляться. Если в число удивительных людей можно запрыгнуть, то только так. Забудьте все, что вы называли словом «прыжок» до этого дня. Меня зовут Андрей, я занимаюсь паркуром и отлично владею своим телом. Паркур – это искусство перемещения из точки А в точку Б. Но, по сути, это нечто большее. Более 15 лет назад паркур как дисциплина только появился в России. Мне было интересно, потому что это что-то новое, новая дисциплина, свободная. Попробовал, упал. Поначалу у меня ничего не получалось, потому что не было никаких навыков ни акробатики, ни гимнастики, абсолютно ничего. И вот у себя в поселке занимался один. Я стал продолжать изучать элементы и тренироваться на улицах. Потихонечку это переросло в то, что я понимаю, как выполнить любой элемент с точки зрения психофизики человека. Паркур – это искусство рационального преодоления препятствий. Это та дисциплина, практикуя которую, ты понимаешь, что нет сложности, есть задачи, которые нужно решить, есть конкретные пути. Потому что это проработка страхов, это работа с высотой, это работа над твоим балансом, это работа над физическими возможностями. И включая эти новые навыки в свою жизнь, ты понимаешь, что любая задача, она может быть решена. Встречайте, Андрей Ромашевский. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Паркур. Это вот наше все. Это не гимнастика вот в зале, вот это все, вот это в трико. А это вот на свежем воздухе топчем архитектуру, правильно? И в зале, и на свежем воздухе. А то, чем вы занимаетесь в основном? Ну, есть какой-то конек? Нет конкретного направления, только полоса препятствий или только скорость. Это позволяет развиваться в целом. Я-то надеялся, что вы сейчас скажете, ну, я-то вот все могу, но прыгаю я так, как никто. Ну, можно так сказать. Серьезно? Ну, да. Наш гость скромный парень, но он правда прыгает. И вы сейчас увидите, как это происходит. Больше того, он прыгает так, что для того, чтобы вас по-настоящему удивить, пришлось выбираться на свежий воздух. Здесь не хватило пространства. Поэтому на выездную съемку отправился специальный корреспондент телеканала «Россия» Олег Пакшин. Именно он зафиксировал уникальную попытку Андрея Ромашевского перепрыгнуть 8 автомобилей. Надо посмотреть. Внимание на экран. Это парк технических видов спорта. Именно здесь мы решили провести выездное испытание для Андрея Ромашевского. Человека, который может преодолевать практически любые препятствия, используя только силу и ловкость своего тела.
Вау, здорово, Андрей. Андрей, сегодня для тебя мы подготовили сложнейшее испытание. Для начала тебе придется преодолеть препятствие из 5 автомобилей. Но ты осознаешь, что ты не можешь пользоваться никакими техническими средствами и даже руками не можешь трогать капот автомобилей. Ну, ты понимаешь, да, что владельцы этих автомобилей, если что-то пойдет не так, они обязательно тебя догонят. Ну, возможно. Андрей, ну, если ты готов, то можно тебя уже отправлять на стартовую позицию. Да, сейчас немножко разомнусь и буду готов. Ну, это было невероятно круто. Спасибо. Расскажи, как себя чувствуешь? Я, честно говоря, думал, что уже после третьей машины ты выдохнешься. Не, чувствую себя отлично, все нормально. Теперь тебе нужно будет перепрыгнуть уже не 5, а 8 автомобилей. Сможешь справиться? Да, попробую. Андрей, дай 5. Спасибо. Андрей, ну ты побил новый рекорд. Это было что-то невероятное. 8 машин, ты все препятствия преодолел. Ты действительно удивительный человек. Спасибо. Ну что ж, еще раз мои поздравления. Увидимся в студии. Во-первых, аплодисменты нашему гостю. Во-вторых, я сделал вывод, что... Пакшин наконец подсидел по Панайшвили. Не взяли тебя? Жень, как вам сюжет? Вообще круто. Жалко, я не видел, конечно, это лично, потому что когда я вижу личные испытания выездные, я могу с коллегами поделиться и сказать, ребят, все было именно так. А сейчас вот какие-то есть сомнения. Сомнения какие-то, Жень? Сейчас сможете продемонстрировать что-то? Я готов вам помочь, можете на мне поэкспериментировать. А как, Жень, вас перепрыгнуть? Гони свою тачку. Нет, подождите. Давайте что-то придумаем. Вообще, это интересная мысль. Давайте проэкспериментируем, позовем людей, будем прыгать через зрителей. Мне нужно 8 добровольцев. Добровольцы есть? 7 нужно уже. 7. Я 8 буду. Караул. Евгений, я тогда предлагаю вам быть последним. Побольше эмоций, да? Да, побольше эмоций. А там как раз приземление просто. В принципе, я верю. Все, не надо ничего делать. Нормальное было видео. Достаточно. Ну ладно, давайте, хорошо. Присаживайтесь. Хорошо. 7 человек и Женя. Операторы, включите камеры. Второй попытки не будет. Итак, попытка перепрыгнуть 8 человек у нас в студии. Андрей, готовы? Прошу. Вот с машинами было круто, но сейчас круче, честно. Давайте добавим еще 2 человек. То есть что? Вы уверены, что вы хотите перепрыгнуть 10 человек? 11. 11? Вместе с Евгением. Оль, вот хотите в серединку? Нет, я не хочу. От чего так? Евгению советую отойти в сторонку. Сейчас, подождите, кого бы спровоцировать? Ну, Наталья, у нее же спортивный азарт. Наташ, что? А что вам я стоит? Я жить хочу. Почему? Ну что, я совсем ку-ку? Наташа может встать и встретить хуком.
Сразу хочу. Сейчас, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Надо запомнить их лица. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нет, вообще шутки шутками, это как-то уже так тревожно, вот честно. Итак, Андрей Ромашевский собирается перепрыгнуть 11 человек в нашей студии. Андрей, можно? Женя, вы посидели! Ты видела, ой? Спасибо. У меня аж мурашки пошли. Если ой. Честно, я... Аплодисменты отважным участникам этого эксперимента. Вот, смотри, смотри, Женя, смотри, я думала, сейчас тебя все. Женя! Да, вообще! Но это очень круто. Там опасно. Вжался так, что... Да ты что, там сантиметр вообще был такой, и все. Женя, был, Женя занимался в приблизительно дело. Сантиметр. Я тоже, мне показалось. Все, это все. Женя был в ширину сантиметр. Он сжался. Он просто... Слава богу, вы его не задели. Иначе бы вам двоечка. За моего Женьку. Моя радость. Спасибо тебе. Круто. Спасибо. Спасибо. Давайте придумывать новые рекорды. И какое бы вы испытание ни придумали, знайте... Вот тот последний человек, который будет сидеть, им буду всегда я. Можете прям... Благодарю. Первым будет Александр. Вот, он согласился уже. Если первым, я даже могу лежа. Лежа такой, сел да. спокойненько. Да. Вот. А последним всегда буду я. Благодарю. Удачи вам. Вы молодец, правда, молодец. Ольга. Не знаю, что насчет Жени, насколько было страшно ему. Мне кажется, нужно спросить у первого парня, который стоял первый. Вот это, мне кажется... Он уже ушел. А, он уже... Вот. Его вынесли уже. Потому что же идет вот этот вот хлопок ногами такой просто страшный, что ты просто вздрагиваешь от него, когда идет толчок. Василий Андреевич, я бы вас попросил попробовать что-то нам рассказать о преодолении страха. Потому что мне кажется, что во многом вот что-то происходит с этим именно ощущением у людей, которые занимаются паркуром, другими экстремальными какими-то вещами. Вот там как-то все в секунду проносится, а они вот этим всем занимаются. Что с головой происходит? Мне просто кажется, Александр, что с управлением страха скорее это к нам, к аудитории, потому что мне очень сложно комментировать. Я, наверное, впервые на нашем проекте зажмурился. Да, и мне пришлось смотреть в повторе. Поэтому скорее я управлял страхом. Я вам хочу сказать, что Андрей Ромашевский удивительный человек. Да, удивительный. Спасибо удивительный большое. Человек, вам аплодисменты. Убил, спасибо удивил. Вам большое. Спасибо. Спасибо. Сможет ли Андрей Ромашевский перепрыгнуть всех остальных участников на пути к финалу, узнаем в конце выпуска. Пока продолжаем удивляться. Бег трусцой – один из лучших способов расслабиться. Исследования современных нейрофизиологов говорят о том, что во время длительного забега концентрация внимания снижается, так же, как и во время медитации. Не пробовал. Но не в случае нашего следующего героя. Ведь он не просто бегун, а мнемотехник. Меня зовут Кирилл, я мнемотехник. Сколько я себя помню, у меня никогда не было проблем с памятью. Я всегда любил запоминать. Я одно время очень увлекался Маяковским, знал большое количество его стихотворений. Однажды я наткнулся в интернете на книгу о мнемотехнике, узнал, что можно запоминать информацию в больших объемах и более эффективно. Помимо мнемотехники у меня есть еще одна страсть – это бег. Бегать я начал
лет с трех начал заниматься профессионально, выступать на соревнованиях. У меня есть спортивные разряды. Я заметил, что если я пытаюсь запомнить определенный объем информации, скажем, сидя дома за компьютером, я трачу определенное время. А если я пытаюсь запомнить точно такой же объем информации во время бега, времени у меня уходит в разы больше. Это показалось мне интересным вызовом самому себе. Выступление на проекте «Удивительные люди» — это тоже своего рода челлендж, который я принял. И надеюсь, смогу показать что-нибудь удивительное. Встречайте, Кирилл Козлов. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. А скажите, а действительно, когда бежите, то как-то по-другому воспринимается действительность? Да, это совершенно так. Но это именно длинные дистанции? Потому что если короткие, не успеваешь действительность осознать вообще, мне кажется. Ну, в принципе, да. Вообще ничего не ощущаешь вокруг. Это правда. Я пробовал короткий бегать, короче. Ничего не ощущаешь. Ничего. Способен ли человек запомнить все, что он успел за секунды увидеть на бегу? Узнаем вместе с Кириллом Козловым. Итак, сейчас Кирилл пройдет испытание с помощью тренажера. Участник будет передвигаться по беговой дорожке и должен будет запоминать все, что увидит на экране. После чего мы проверим, насколько успешно Кирилл запомнил встречные по пути объекты. Во время испытаний мы будем изменять скорость беговой дорожки, чтобы ощущение забега было максимально реалистичным. Ну что, если вы готовы? Я готов. Да, тогда начнем. Итак, старт. Внимание. Марш. Ускоряемся. Это финал забега. Места-то все знакомые. Все знакомые. Вы не устали? Ну, смешно об этом говорить, очень. Правда? Я попрошу гостей задавать вопросы нашему герою. Притом, смотрите, вот те вопросы, которые напечатаны, это попытка наших редакторов вам помочь. Мало ли, может быть, вы сами ничего не запомнили. Да-да-да, прошу. Могу вас спросить номер, который был написан на бегуне? Там было довольно много бегунов. А тогда это бегун, который бежал рядом с магазином «Молотки и шурупы». «Молотки и шурупы»? Четыре, один, девять. Все верно. Ух ты! Вы импровизируете, Василий Андреевич. Еще вопросы? А какой дорожный знак был перед вывеской гостиницы «Шепот и шелест»? Дорожный знак? Угу. Давайте подумаем. Знак, который сообщает нам, что нужно держать дистанцию 18 метров. Совершенно верно. Пока без промахов. Слушайте, там был дорожный знак... ограничение максимальной скорости 290 км в час.
А до этого я просто так летел быстро. Вот я пропустил, там табличка какая-то была. Там был ваш тупик. А, это ты в тупике. Это тупик был, да? Ну хотя бы, там, знаете. Там потом будет проспект, Жень. Буду счастлив, если хотя бы тупик когда-нибудь, знаете, назовут. А, ну, Наталья. Ну вот мне интересно, вы бежали мимо школы. Какой номер был? 3,14. Да, прогнозируемо. Хорошее название для школы. А, Василий Андреевич. Был отличный магазин под названием «Глобусы Сибири». А был. До и после какие магазины располагаются? До «Глобусов Сибири» были «Левые валенки», а после него была парикмахерская «Руки-ножницы». Точно. Пока вы думаете над следующими вопросами, я хочу обратить внимание всех, что помимо бегунов 50 вывесок, 50 объектов, это много, но это много, это помимо шаров, дев и бегунов. Ну, еще есть какие-то вопросы? Там магазин был «Ручки для всего». До этого была какая-то очень красивая, такая добрая улица. Мне кажется, это была улица Александра Гуревича. Был замечательный авиаконструктор, кстати. Мой однофамилец. Мне кажется, достаточно вопросов. Надо аплодировать нашему герою, потому что это было безошибочно. Безошибочно. Смотрите, хотелось бы, правда, поговорить про взаимосвязь физических упражнений и, я не знаю, памяти, внимания. Вообще у нас в студии есть эксперт. Эксперт — человек, который пережил много таких дистанций, длинных по-настоящему. Легендарный спортсмен Андрей Львович Черков. Ему 81 год. Он марафонец, ультрамарафонец, писатель, автор 6 книг. Пробежал более 180 марафонов, в том числе на Килиманджаро, в Антарктиде, на Северном полюсе, Австралии и так далее. Если суммарно посчитать километраж его дистанции, получится, что он пробежал экватор 2,5 раза. Андрей Львович, поделитесь впечатлениями. Вы знаете, я давно заметил, что бег, он не только развивает физические кондиции, поддерживает, но он еще развивает интеллект. И вот сейчас я увидел вот на практике удивительное развитие как раз этого интеллекта у Кирилла. Как вы считаете, а вот что можно делать, когда вы бежите марафон? О чем думать? Я, например, обдумываю свои проблемы. И вот я их за столом не могу решить, а на бегу, то они решаются как одним щелчком. Вот я, знаете, я вот с 52 лет начал бегать, а в 60 вот понял, что я не технарь, а гуманитарий. Я всю жизнь занимался не тем. Стал с тех пор вот журналистом, писателем довольно удачным. А к 80 годам опять на бегу мне захотелось стать артистом. Потрясающе. Ну, правда потрясающе. Что за книга у вас в руках, Андрей Ильич? Вы знаете, у меня вот трилогия есть такая. «Бег в помощь», «Бег в радость» и «Бег в мудрость». Но я подумал, что Кириллу, конечно, надо «Бег в мудрость». Вот, пожалуйста, если хотите. Вручайте, это замечательный подарок. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Андрей Львович, спасибо. Молодец. А вот правда, действительно, ну вот замечательный пример того, что, видимо, как-то спорт вообще, бег в частности, он продлевает такое как бы интеллектуальное долголетие. Абсолютно. Мы уже много раз говорили о том, что спорт — это главная возможность наша продлить долголетие и даже вызвать деление нейронов в нашем мозге. Да? Ученые до конца не знают, они были удивлены этим открытием. Это было открыто на животных, что бегающих животных начинается деление клеток, связанных с запоминанием, с памятью. Ну, это может быть действительно почти любая активность. Бег — замечательный пример. Танцы, некая физическая нагрузка, которая заставляет наш мозг поддерживать себя в хорошем балансе. Вы думаете, почему я такой умный? Мы знали, мы знали. Но мне кажется, Наталья ждет ответа про бокс. Нет, не угадали, Александр. Нет? Нет. Можно я встану, поздороваюсь с Андреем Львовичем? Когда я начинала заниматься боксом, этот человек меня поддерживал на Мосфильмовской улице, по набережной. Это удивительно. Я вас рада видеть. Очень. Я тоже. Очень.
Это человек бежал столько, вы не представляете. А у меня была лень, потому что я ненавидела уже бег, но мне надо было бежать, выносливость. Я бежала 5 километров, он 10, я 15, он 25. Мы знакомы с 2006 года. Это вообще что-то, я вас не видела столько лет. Это удивительно, просто сюрприз. Я вас очень рада, очень. Дай Бог вам здоровья, дай Бог. Это что-то. Спасибо. Но если бы не Андрей Львович, в боксе выносливости у меня уже не хватило, потому что всю жизнь отдала я спорту в легкой атлетике, мозги на месте, а выносливость заканчивалась. И бег давал все. А то, что показали вы сегодня, это вообще просто нереально. Правда. Спасибо большое. Правда, круто. Ольга, скажите что-нибудь нам. Вообще, на самом деле, меня поражает, конечно, даже не то, что вы еще и бежите там или что-то там, но скорость запоминания, скорость возникновения ассоциации к определенной вывеске, к номеру, к цифре. Для меня это загадка, как можно быстро прикрепить вот этот номер бегуна у себя там в голове какой-то ассоциации. Это очень здорово, это круто. Спасибо большое, Кирилл. Вы впечатлили нас, многих вдохновили. Спасибо вам большое, вы удивительный человек. Спасибо. Спасибо. Сможет ли Кирилл добежать до финала, узнаем в конце выпуска. А пока продолжаем удивляться. Мне граммов 200, пожалуйста, говорим. Мы в продуктовом магазине подразумеваем, что цифра это примерная. И только наш следующий герой точно знает, сколько граммов в куске, который он отрезал. Встречайте, Евгений Мещеряков. Меня зовут Евгений Мещеряков, и я шеф-повар. Когда ты что-то делаешь руками, это может быть увековечено. И это самая главная идея и мысль, которая начала меня преследовать в выборе профессии. У меня несколько своих проектов. Я их называю смешно. Это палатки на рынке с открытыми кухнями и со своими прилавками, за которыми можно вкусно перекусить, пообщаться с ребятами, с нашей командой, со мной. Ведь в эпоху диджитал мы немного потеряли социальную вот эту вот близость и общение. Поэтому я думаю, что именно с помощью гастрономии мы сможем вернуться к привычным состояниям. Суть моего посыла – мастерство и работа руками. Это будущее. Когда ты по крупицам собираешь сегодня, создавая что-то для людей, непроизвольно ты создаешь свое светлое будущее. Добрый день, Евгений. Здравствуйте, Александр. Что резать будем в граммах и взвешивать? Большую рыбу. Это прекрасно. Какого размера? Здесь 25-26 килограмм. Ого! Сейчас точно узнаем об этом, подойдя к нему. И на самом деле тунец – одна из самых быстрых рыб в мире. И это на самом деле большая честь, большой улов разделывать. Вы мастер этого дела? Я стараюсь. Мы сегодня посмотрим, как это делается. Правда? Это здорово. Это интересно. Вы повар? Я повар, да. А скажите, а рыба — это ваша специализация? Рыба или, в общем... — это мой профиль, которым я занимаюсь уже на протяжении 5-го года. Мы активно работаем с рыбными направлениями, даже летаем по всему миру на международные шоу рыбные, где представляем нашу страну. Класс! Класс! Способен ли опытный шеф-повар отрезать кусок заказанного веса, не пользуясь никакими измерительными приборами? Проверим вместе с Евгением Мещеряковым. Сейчас расскажу, какое будет задание. Ну, добро пожаловать в суши-бар «Удивительные люди». На разделочном столе действительно тушка тунца. На ней нет никаких пометок, естественно. И тем не менее, сейчас мы попросим звездных гостей заказывать стейки и сашими из тунца. Небольшие куски. Ой, определенного веса. Евгений же попробует выполнить заказ максимально точно, ориентируясь только на собственные ощущения, на опыт. Евгений, но с чего начнем? Давайте начнем с того, что я приглашу состав судей к столу, и мы вместе будем болтать о рыбе, которую мы будем разделывать. Хорошо. Приглашаю вас в ресторан.
Так, так. Кто платит? Оживление. Хотя, Оля, а вы вегетарианка? Да, я не знаю, что я с вами тут пришла. Вот огурец тут есть, я буду огурец. А я голодный. Ну, итак, сначала разделка, как я понимаю, нас ожидает. Красавец. Привет. Красавец. На самом деле, правда, это шоу, разделка огромных тунцов. Это целое шоу, действительно. Ножи называются деба. И это специальные ножи для разделки большого тунца или большой рыбы. Вообще туша тунца делится вдоль на две части. Верхняя часть называется аками. Это называется лоин. Это филе на коже, иначе. И этот кусок равен ориентировочно 6,5 килограммам. Хорошо, тогда приступим к стейкам. Итак, в вашей власти, уважаемые звездные гости, сделать заказ. Ну, говорите, какого веса стейк вы предпочитаете. Евгений отрезает кусок. Ну, плюс-минус сколько? Погрешность? 20-15 грамм. Отлично, хорошая заявка. Итак, ну не знаю, Василий Андреевич, ваш заказ. Мне, пожалуйста, 650. 650. А вы прожорливый. Я такой, вы меня еще не знаете. Профессор. Так, 650. Да. $482. Неожиданно. Погрешность велика. Да, это очень большая погрешность. Но спишем на волнение. Давайте, второй заказ. Можно мне сделать 350 для начала? Спортивная диета. Так. Проверим так. На этот раз вес. 293. 293. Заявленные 20 грамм погрешности. Ну, нет. Практически. Нет. Нельзя? Не получилось. 350 нет, не получилось. Мы ожидали. Ну, хорошо, давайте еще какой-нибудь кусок. На самом деле... Мне можно заказать или нет? Можно есть в сыром виде. Самому голодному человеку. Евгений, заказывайте. На аперитив я съем 400-граммовый стейк. 400 грамм. О! 443, но в общем, все равно 20 грамм погрешности не уложились, но это очень да, близко. Ну, да, да, это близко. Комплимент от шеф-повара. Можно поаплодировать. Можно поаплодировать. Давай, Оль, заказывай. А, я не ем рыбу, Ольга... но я с удовольствием закажу для Евгения, тем более он всегда съедает все мои обеды. Что бы мы ни заказали, когда мы работаем вместе, Женя всегда почему-то находит первым мой пакет, думает, что это его пакет, он его съедает и говорит, а что за мне за чушь вегетарианскую какую-то заказали? А потом находится мясной стейк в соседнем пакете, и я остаюсь без обеда. Поэтому я решила на опережение сыграть. Давайте мы Евгению закажем... Чтоб ты подавился. Давайте полкило. Это стейк полкило. Хорошо, да, полкило. Я тебе в следующий раз полкило салата привезу. 560 грамм. 560. Да. Ну, да. Ну, это близко. Это близко. А давайте перейдем на сашими. Теперь небольшие кусочки. Грамм по сколько? Традиционная порция сашими – это вообще 50 или 55 грамм. Ну, давайте сформируем какой-нибудь первый заказ, прошу. Ну, мне порции 3. Итак, 3 порции, каждая весом приблизительно по 50 грамм. Мы сделаем 3 порции на 150 грамм. Да? Итак. Отлично. 167. 167. Отлично. Ну, да. Да, да, да. Наташенька, заказывай быстрее, потом можно? Я. Конечно. А, сделайте, пожалуйста, мне 250 грамм. 250 грамм сашими. Ну, да. Хорошо. 250 грамм сашими. 5 порций. Но ничего страшного, так... я съем, не переживайте. Евгений, а вы рыбу фугу готовите? Нет. Нет, это могут делать только граждане Японии. Вся рыба, которая вылетает по миру, это фермерская рыба. Она уже не ядовитая, говорят? Которая разделанная приезжает, да, в вакууме, охлажденная, раскрытая. Итак, 250 грамм, да. Верно? Итак, вес. Ну, заказ был на 250 грамм, 266. А там... 266. Ну да, очень близко. Да, круто. Да.
Давайте какой-нибудь еще маленький заказ сформируем, и можно уже сервировать. Ладно, я на диете. 40 грамм тунца взвесьте, пожалуйста. 40 грамм, задача. 40 грамм. 40 грамм. Ну, 29. 29. 10. Сколько? 10 мы 29. Не дотянули. Ну, давайте поаплодируем Евгению. Дождемся сервированных блюд. И пока мы дожидаемся, я бы предложил разговор вот о чем. Как нарабатывается это умение определять вес предмета на взгляд? Василий Андреевич. Ну, на самом деле, интересная тема, потому что человек — это такое существо, которое особенно чувствительно к весу. Мало кто в животном мире любит так кидаться всякими камнями, снежками и так далее, и так далее. Для того, чтобы попасть камушком, нужно точно определить вес, чтобы кинуть на правильное расстояние. Поэтому мы на самом деле так неплохо укомплектованы в том, чтобы определить вес. Да, можно ориентироваться на размер. Большое, тяжелое, маленькое, легкое. Ну, можно ориентироваться на текстуру. Железное, тяжелое. Но это может вас подвести. И для того, чтобы действительно определить, нужен большой опыт. То есть мне кажется, что наш герой, Евгений, это пример очень опытного человека. Так сразу мы бы не справились. Как вам кажется, Ольга, вот заявленное умение Евгений подтвердил? Вы знаете, за профессионалом всегда очень приятно наблюдать, когда человек работает, вот эти движения, они превращаются в какую-то музыку и танец. Но совершенно опуская то, что я вегетарианка, я это не ем. Просто я хожу в соседнем подъезде, у меня в доме магазин. И тетя мне вешает сыр там всегда, продавщица моя любимая Мария Захаровна. И я вот ей говорю, 200 грамм швейцарского. И она вот так вот, хлобысь, раз на весы. 200 грамм. Я говорю, ну, вы как всегда. Ну, то есть это такое, мне кажется, умение профессиональное, когда ты всегда работаешь с весом. Вот, поэтому, чтобы выиграть миллион в нашей программе... Ну, в защиту Евгения... Марию Захаровну надо пригласить. Это не исключает приглашение Марии Захаровны. Вот эти двое сейчас скажут. Впервые за 5 сезонов нормальный конкурс. Спасибо вам большое. А вот действительно, впервые в истории программы участник на глазах у изумленной публики подкупил члена жюри. Зови вот свою женщину, сыры я тоже очень люблю. Это... На финал можно сразу. Нет, но по мне, как это искусство, все, что вы сейчас показали. Ну, давайте тоже будем честными, ну, там не все получилось, да? Ошибки были, вот, тут... Но они были в вашу пользу. Они были в мою пользу. Вес был всегда больше. И это правильно. Конечно, это правильно. Конечно. Вот. Василий Андреевич. Не, ну я не могу быть объективным тут. А, добавка? Ну, во-первых, конкурс позволил мне поговорить чуть-чуть о биологии. Во-вторых, было вкусно. Но, если честно, это тот случай, когда мне будет не хватать вас в финале. Хотя мне все удалось. Спасибо большое. На этой веселой ноте, мне кажется, надо сворачиваться. Евгений Мещеряков, удивительный человек. Удивительный. Спасибо. Давайте ему аплодируем. Спасибо большое. Спасибо большое. Приятного аппетита. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Сытые и довольные. Жень, тебе не стыдно вообще? Сожрал все, так похвалил. Можно сколько угодно кормить наших звездных гостей, но выбор финалистов все равно, я надеюсь, зависит от зрителей в зале. Кто станет лучшим, узнаем в конце выпуска. Пока продолжаем удивляться. Откройте рот, покажите язык, скажите «а». Все это элементы визуальной диагностики, известные нам с детства. По цвету кожных покровов, внешнему виду, простым тестом опытный врач может многое сказать о состоянии пациента. Но наша следующая героиня пошла еще дальше. Она утверждает, что способна на взгляд определить, каких витаминов не хватает человеку. Меня зовут Людмила, я психолог, остеопат. С самого детства я поняла, что буду помогать людям, потому что ко мне обращались друзья, одноклассники, члены семьи, чтобы помочь им разрешить какой-то спор или ситуацию. И мне это удавалось легко.
интересно, как устроен человек. Я стала изучать остеопатию, которая мне помогает больше понять тело и его прочувствовать. За годы практики мои руки стали очень чувствительны. Мне достаточно легкого, короткого прикосновения для того, чтобы диагностировать состояние тела человека. Встречайте, Людмила Березанец. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. А вы по профессии кто? Я психолог, психотерапевт, медик, остеопат. У меня очень много образований, много разных методик. Медицинское образование высшее? Среднее. Ага. Мы любим про медицину. Действительно ли возможно визуально определить нехватку микроэлементов и витаминов? Проверим вместе с Людмилой Березанец. Итак, мы приглашаем в зал 10 участников эксперимента. Каждый из них сдал анализ крови, и распечатанные результаты у них сейчас в руках. Прошу всех участников выйти к нам сюда. Прошу вас. Где эти замученные авитаминозом крепыши? Вот они. Чудесно. Я прошу всех участников эксперимента сдать результаты анализов. На бланках результатов заклеены имена участников. И вручите их, ну, единственному человеку, которому можно в этой науке доверять, это Василий Андреевич. Вам нужно вот что сделать. Найти, где результаты отличаются от референсных значений, чтобы там был какой-нибудь дефицит, профицит, чего-нибудь, чтобы было понятно, у кого чего не хватает. Ну, у нас действительно есть трое, у кого кое-что не так в биохимии крови. С проблемами с калием, железом и витамином В. Это три разных человека. Я думаю, что мы можем попросить Людмилу найти этих людей. Найти этих, да, найти, чьи же это анализы. Ну, ваша задача — вручить эти анализы тем людям, кому они, собственно, и принадлежат. Да, немножко ознакомлюсь. А расскажите нам, что вы сейчас изучаете и кого ищете? Ну, например, я смотрю на анализы у человека, у которого повышенное железо. Ну и все остальные анализы у него тоже завышенные. Попытаюсь определить его. Итак, человек, у которого анализ показывает некоторое превышение железа. Вот нам расскажите, этот человек должен быть, что он должен быть, розовощеким, у него должны быть крепкие зубы железные. Ну, я не знаю, просто вы расскажите. Железо. Ну, этот человек действительно должен быть здорового вида, как вы говорите, розовощекий, без, не знаю, синяков под глазами, например, с хорошим биением сердца, с более-менее ровным дыханием. Кажется, что повышенное, скорее всего, сложнее найти, чем пониженное. Потому что если пониженное, то какие-то проблемы видны, а повышенное не обязательно. Бывает и повышенное. Сложное задание. С пониженным как-то видно, бледный там еще какой. А можно нас попросить участник номер 6 сделать шаг вперед? Вы сейчас плоскостопие проверяли? Нет, свои ощущения. А, хорошо. Вы уверены, что это тот самый пациент? Если да, то можно вручить ему бланк. А, ну, хорошо, пока не будем ничего проверять. Следующий пациент, кого вы ищете? Следующий с пониженным витамином В. Когда пониженный витамин В, то это проблемы с кожей, например. Это может быть шелушение, это может быть какое-то раздражение кожное. Но я не ориентируюсь на визуальные эффекты, потому что, ну, человек мог что-нибудь съесть, у него может быть аллергия или еще что-то такое. Да? А на что же вы сейчас можете опираться? Я ориентируюсь на свои ощущения. Василий Андреевич, что думаете? Знаю, что смогла называть своими ощущениями. Можно вас попросить сделать шаг вперед? Что-то ребята загрустили. Ребят, все в порядке. Мне кажется, это ваше. Поспать у открытого окошка, и все будет хорошо. Ну что? Ну, хорошо. Третий пациент, давайте его найдем.
Людмила, а сейчас какого пациента вы ищете? С повышенным калием и повышенным витамином В12. Чем это характеризуется? Повышенный калий может характеризоваться нормальной работой сердца. А как вы визуально это можете определить? А я не определяю визуально. Я ориентируюсь на свои ощущения. Подождите, а что это значит? Это где? Да можно я отдам, и я вам покажу? То есть вы нашли кого-то, да? Да, мне да, кажется... Да, пожалуйста, тогда, да. Ну, тогда теперь нам нужны объяснения. Я остеопат. И остеопатические практики – это про что? Это про кинестетику. Да, это про то, как ощутить разную ткань. То есть мы все можем потрогать нашу кожу, например, да, как она у нас плотная или нет. Потрогать свои мышцы, насколько плотные эти ткани, они в тонусе или они там дряблые, да. Потрогать свои связки в суставах, кости. Но я в своих ощущениях пошла глубже. И могу на расстоянии точно так же спросить у ткани, не докасаясь, и почувствовать. Почувствовать еще на каком-то коротком расстоянии. Хорошо, давайте проверим результаты вашего обследования. Итак, номера на майках наших участников должны совпасть с номерами на бланках. Если они совпадают, то, ну что ж, все становится значительно более убедительно. Итак, номер 3. Будьте любезны, покажите, пожалуйста, какой номер на бланке. Номер 9, Максим. Вы не Максим, потому что вы номер 3. Как вас зовут? Меня зовут Данила. Очень приятно. Давайте Даниле поаплодируем. Номер 6. Будьте любезны, какой номер у вас на бланке? Номер 6, да, и вы Дмитрий. Прекрасно, прекрасно. И номер 9, будьте любезны, какой номер на вашем бланке? Номер 3, ага. Неожиданное совпадение. Людмила, не могли бы вы к нам подойти поближе? Это все страшно интересно, вот про ощущения на расстоянии. У кого есть впечатление? У меня есть впечатление. Да. Простите, но я по правде, ладно, по-честному. Конечно. Как есть, мне вот не понравилось от слова совсем, но это все какое-то странное, непонятное и какое-то, знаете, явно непрофессиональное. Ну, то есть на ощущениях, на... Ну, это как-то все так размыто вообще. Жень, звучит. А одно попадание вас не убедило? Возможно, случайность. Мы говорим сейчас о серьезных вещах, о том, там, о нехватке витаминов. Хорошо, ладно, без анализа, но хотя бы какое-то ощущение подойти, потрогать, может быть, по... Людмила говорит, что она пошла дальше. А подождите, это важно, это ни разу еще не прозвучало. Вы обладаете какими-то сверхспособностями, правильно? Давайте расскажу, как это в жизни было, да? Когда я работаю как остеопат с людьми, то использую какие-то массажные техники, да, и я людям стала говорить, что, наверное, у вас не хватает вот этого витамина. И я начала задумываться, что, может быть, действительно я чувствую что-то большее. И стала просить людей сдавать анализы. И это действительно стало подтверждаться клиническими анализами, что я угадываю. Ну, как бы угадываю, но по факту я чувствую. Ну, тогда я вообще не понимаю. Но, тем не менее, впечатление от всего, что мы видели сегодня, Ольга. Я верю в науку. На мой взгляд, чтобы лечить людей, нужно как минимум получить высшее образование все-таки медицинское. Лечить людей по ощущениям очень опасно. Но на данный момент вы не почувствовали, причем это два совершенно разных анализа, которые вы перепутали у двух людей, то есть ровно наоборот, да, у одного перенасыщение калием, у другого наоборот нехватка. И это два абсолютно разных человека, которым вы вручили эти карточки. Поэтому я во все это не верю, и мне кажется, все-таки здоровье человека, жизнь человека, она превыше всего, и с этим нужно быть максимально аккуратным, поэтому я в это не верю. И все вот эти ощущения, биоэнергетика, вот эти биополя, тепло, ощущения, когда ты трогаешь и прочее, для меня это чистый обман. Это мое мнение. Ой, спасибо. Конечно. Наталья. Ну,
что я хочу сказать. Вот, Оль, есть врачи, да, с высшим образованием. Бывает, так лечат, что калечат. У Людмилы, может быть, есть свое видение изнутри, понимаешь? Я хочу сказать, что есть дар свой, его не объяснить. Она хочет показать, вы не понимаете. Людмила, я вам верю, что вы лечите своим изнутри, своим каким-то вот, знаете, энергией своей. Никого не слушайте. Благодарю. Всё. Вы меня удивили. Вне зависимости ни от чего. Так она не угадала два разных человека. Не важно. Она помогает людям. Сейчас этот пойдет, примет калий, который, у которого повышенный, а этот не допримет. А тот сплюнет калий. Ну что? Людмила. И оба... И отбросят. Послушайте, прекратите. Шутить — дело хорошее, но тут как-то... Я бы... На чьей стороне наука, Василий Андреевич? Ну, у меня смешанные чувства, на самом деле, потому что формально... Если говорить о выполнении задания, то это на уровне случайного. Попасть в одного из 10 – это практически случайность. На самом деле, что, конечно, всех напрягло, это ваше объяснение происходящего. Да, вот я, например, знаю прекрасно, что действительно у врачей, у опытных медсестер интуиция развита. Да, есть исследования, которые показывают, что, например, у некоторых медсестер смертность, там, особенно у детей, ниже, чем у других. И они объяснить, почему, не могут. А наблюдая за ними, можно увидеть то, что они действительно иначе это делают. Делают это интуитивно. Но это обычно очень опытные медсестры. Из того, что произошло сегодня, это неубедительно. Это могло быть случайно. Собственно, поэтому я ратую всегда на научный подход. Спасибо. Аплодисменты Людмиле. Все это удивляло. Удивляло. А Людмила Березанец, вам аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Удастся ли Людмиле выехать в финал нашего проекта, узнаем совсем скоро. А пока продолжаем удивляться. Если вам тоже было интересно, зачем в полную силу петь в хоре, если вокруг все и так поют, и можно просто открывать рот? Мы нашли ответ. Потому что есть такие хормейстеры, которые обладают идеальным слухом. Меня зовут Екатерина, я хормейстер. 5 лет сама пошла на прослушивание в музыкальную школу, поступила, а потом сказала родителям купить мне пианино. С отличием закончила Тверское музыкальное училище, после чего поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Я работаю в любительском самодеятельном хоровом коллективе взрослом в институте НАМИ. 85% состава не имеют профильного музыкального образования, не знают нотной грамоты и никогда не держали в руках никаких музыкальных инструментов. Но в этом же также есть и определенный класс, потому что когда ты знаешь и уверена в том, что ты можешь все равно их научить, это круто. Уверена в своих силах и зная, что могу научить слышать себя, слушать себя, правильно дышать и управлять своим голосом, найти его, могу каждого. Встречайте, Екатерина Кулешова. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Скажите, а вы вот из тех хормейстеров, с которыми не забалуешь, вы каждого слышите? Да, я такая. Серьезно? Нет, просто у меня был опыт... Я на военных сборах играл в оркестре на кларнете, и кто-то на него сел. И пока мы его не починили, я 2 недели, ну просто я ходил, была палка вставлена в кларнет, я так щеки надавал. Вам повезло. Но никто не слышал, ну во всяком случае офицеры не слышали, что я не играю. С вами бы дело не прошло? В моем хоре такое не прокатывает. Да, понимаю, понимаю. А вот способен ли человек на слух определить, кто именно в хоре перестал петь? Проверим вместе с Екатериной Кулешовой. Ну и для того, чтобы проверить, я приглашаю в студию молодежный камерный хор Москвы под управлением Михаила Кудрявцева. Хор исполнит 2 произведения. В первом исполнении каждого из них прозвучат все вокальные партии. А во втором исполнении некоторые вокальные партии пропадут. А героине предстоит определить, какие партии не звучали, и назвать их. Ну, то есть, давайте хор, во-первых, поприветствуем.
А во-вторых, вы понимаете, вот там таблички. То есть можно попросить исключить, не знаю, басы, сопрано, баритоны. Ну, как обычно мы это делаем. Ну да. Нам не привыкать. А давайте сначала просто послушаем произведение, ну, в таком, в нормальном исполнении, без этих фокусов, без исключения альтов и сопрано. Прошу. Выпускала, сопкала, за их правого рукава. На полетике соколику наказывала. Птицы, птицы, соколи, соколи, далеко и высоко, и далеко на родимую сторону. Родимый на старом грозе, батюшка живет, он грязен, сударь грязен, он не милостивый, не пускает молодого, поздно вечером одну. Я не слушала отца, спотешала молодца. Мама Элина была не пива, рано на хала, пива рано на хала, да и на сладком на меду. Сини новые, кленовые, решение. А, класс! А красота! А красота! Спасибо! Спасибо! Ну, а теперь я прошу надеть наушники и повязку на Екатерину, чтобы она не слышала, что мы тут будем творить. Хорошо, да, конечно. Итак, ну ладно, кто смелый, кто готов? Ну, кто да, смелый, кто смелый? Что понятно, за вопрос? Ольга, да, давай. А, итак, сговор с хормейстером. Хорошо. То есть исключите нам, пожалуйста, какую-то группу. Давайте берем вот басы. Ага, ну это надо, чтобы хормейстер понимал. Этих в отпуск. Так. Этих дисциплинарное взыскание. Отлично. Теперь нам нужно как-то Екатерину вернуть в процесс. Екатерина, вы можете снять повязку. А если все готовы к испытанию... Вы помните, да, Екатерина? А будет исключена сначала одна группа хора, через какое-то время другая, может быть, третья. Мы пока толком не договорились. Здорово. Полная тишина в зале. Ну и прошу. Замечательно, как это было наглядно, когда группа переставала петь, они руки поднимали, и даже те, кто не слышит, мы все понимали, Екатерина. Как я у вас ощущения? Рада. Необычные ощущения, потому что коллектив не мой. Помогает то, что песня знакомая. А сколько раз вообще какие-то группы хоровые исключались из исполнения? Я думаю, два. Два. Пока неплохо. Да. А какие? В первой части, я думаю, выключалась партия сопрано. Женские там... голоса, так, ну... Нет, именно сопрано. Да, да. А во второй части мне не хватило низа, басы, думаю.
О, да, все было именно так. Да. Все было так. Вам аплодисменты. Вам аплодисменты. Да, и все, все правильно. Почему такое недоверие? Так, отлично. Прелесть. А вот если бы это было произведение какое-то новое, современное, может быть, вам не очень знакомое, сложнее будет? В разы. Потому что я вообще с современной музыкой не сильно дружу. А что вы исполните, Михаил? Мы подготовили сюрприз. Потому что, на самом деле, такую музыку мы сами редко исполняем. Не люблю сюрпризы. Вот, но я думаю, что многие угадают. Да, прошу вас. А ну-ка. Мама стерпит, Бог простит. Выживают лопасти, батарейки под язык. Мой добрый мир ко мне привык. Хуже не было давно. Я пробиваю третье дно. Море нечем потрясти. Выживают лопасти. Из пластмассовых скал я жизни узнал, море в ванну налил и узнал о любви. Я уверен, что знатоки все уже угадали. Произведение называется «Август». Я коллектив, слышу. Который исполняет в оригинале это произведение, называется «Intelligency», правильно? Давайте поаплодируем хору еще раз. Это все было лихо. Вы готовы? Готовы. Прошу вас, очки, наушники. Давайте выберем голоса, которые пропадут во время испытания. Жень, да. Вот. Табличка. Вот это Евгений. Вот. Да, это первый, мы поняли. Это пантомимо. Так. Потом надо вам отдохнуть немножко. Вот в вашей группе. Жень, блестяще. Женя. Давайте поможем Екатерине вернуться к нам. А можно маску оставить? Огоньки отвлекают. Да, пожалуйста, все. Ну, готовы? Готово. Отлично. Михаил, прошу. Мама терпит, Бог простит. Выживают лопасти, батарейки под язык. Мой добрый мир ко мне привык. Хуже не было давно. Я пробиваю третье дно. Море нечем потрясти. Выживают лопасти. Из пластмассовых скал я Ba-b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 a-
Браво! Спасибо! Браво! Здорово! Екатерина, но посложнее задача? Маски, кстати, удобнее. Я точно могу сказать, я уверена, во второй части не было верхних мужских голосов, во второй части пропали тенора на слабую долю. Правда. Тенора, это правда. Во второй части, это правда. Ну, тут я, честно скажу, больше, наверное, на удачу, потому что один раз послушать и Понимаем, но тем не менее с тенорами однозначно получилось. Мне кажется, в первой части мелодия в верхнем голосе пропала. Сопрано. И это правда. И это так. Вам аплодисменты, Екатерина. Угадала? Да, да, все без ошибок. Очень здорово. Руководитель хора Российской академии художеств, доцент кафедры социально-культурной деятельности Московского городского педагогического университета, эксперт самого народного вокального проекта страны «Ну-ка, все вместе» Ольга Косибород. Не случайный здесь человек. Хочется обратиться к вам с вопросом. Это было простое задание, ну, потому что нам, непосвященным телезрителям, кажется, ну, что там? Ну, кто-то замолчал. Расскажите впечатления. Ну, я сначала скажу о другом. Я счастлива. Я рада, что на телевидении слышат хор. И я рада, что наше национальное искусство, вот оно, доставило вам такое удовольствие, потому что вы аплодировали. Аплодировали, когда слышали первый раз. А теперь я объясню, в чем сложность. Ваша передача называется «Удивительные люди». Они удивительны, потому что они развивают такие свои способности, которые, может быть, есть у всех, но они умеют их развить необыкновенно. В принципе, это чудесный профессиональный навык. Это блестяще было. Вы удивительный человек. Благодарю. Спасибо вам большое за комментарий. Это чрезвычайно ценно. Ну что, пойдемте поговорим тогда. Прошу вас с нашими звездными гостями. Жень, я знаю, вы любите хоровую музыку. Я очень. Вы бы слышали, как я в душе каждое утро пою. Хором? Хором сам с собой. Вот это хотелось бы послушать. Сам с собой, хором. Но если серьезно, мне кажется, что у меня такой отличный слух. А я даже, когда ребята руку поднимали, я не понимал, что они переставали петь. Поют они или нет? Да, да. Представляете, как вы это услышали? Я снимаю шляпу. Просто браво. Спасибо, Женя. Василий Андреевич. Ну, мой комментарий будет не человека музыки, а человека, изучающего мозг. У таких людей, как у вас, на самом деле мозг немножко отличается от нас, профанов. У вас немножко он по-другому устроен. Почему? Это большая загадка. Кто-то считает, что это врожденное. Да, например, семью Иоганна Себастьяна Баха проследили там, на 200 лет. И действительно, больше 30 музыкантов, 6 гениальных композиторов. Кто-то считает, что надо просто начинать вовремя заниматься. С 5 лет, особенно ну, не позже 5 лет, есть критический период. До сих пор спорят, до сих пор даже для ученых это большая загадка. Чего тут больше? Способностей врожденных, усилий, хороших педагогов. А у вас абсолютный слух? Нет, у меня приобретенный, наработанный. Здорово. Многолетними годами практики. А с какого возраста вы начали заниматься музыкой? С 5 лет. Мне кажется, вы доказываете, что вот просто трудом, усилием можно достичь вот невероятного. Да, и удивить нас всех здесь сегодня. Спасибо. Давайте вот что. Прежде чем мы будем аплодировать еще раз Екатерине и прощаться с ней, давайте поблагодарим хор. Молодежный камерный хор Москвы под управлением Михаила Кудрявцева. Спасибо. Екатерина, спасибо большое вам. Вы удивительный человек. Спасибо. 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 Чтобы услышать свою фамилию в финале, Екатерине нужен не идеальный слух, а симпатии наших зрителей. Кто будет выбран лучшим сегодня, узнаем в конце выпуска. А пока продолжаем удивляться. Это были все претенденты на финал. Впереди решающий момент – голосование зрителей. Но сначала я напомню, как выступали удивительные люди. Узнала все ароматы Дарья Верзилина. Похоже, что баночка номер 32. Это явно цитрусовая и очень похожа на лимон. Я, конечно, восхищена вашим профессионализмом. Спасибо. Это очень здорово. Победил в дуэли метателей ножей Андрей Яковлев. Ножу.
Рада, что у вас вот такая дружная семья спортивная. Главное, что вам нравилось, и вы чемпионы в своем деле. Это самое главное. Спасибо. Вы любите свое дело. Построил башню из пузырей Роберт Калмухян. Редко, когда ты ощущаешь это чистое чувство удивления. Да, когда ты что-то читаешь в первый раз, видишь в первый раз. И я просто вам благодарен за это чувство удивления. Большое. Перепрыгнул 8 автомобилей Андрей Ромашевский. Женя, вы посидели! Запомнил все во время пробежки Кирилл Козлов. Какой дорожный знак был перед вывеской гостиницы «Шепот и шелест»? Знак, который сообщает нам, что нужно держать дистанцию 18 метров. Отмерил все в граммах Евгений Мещеряков. А сделайте, пожалуйста, мне 250 грамм. 266. Ну, да, очень близко. Да. Впервые за 5 сезонов нормальный конкурс. Спасибо вам большое. Определила нехватку витаминов Людмила Березанец. Человеку, у которого повышенное железо. Людмила, я вам верю, что вы лечите своим изнутри, своим каким-то вот, знаете, энергией своей. Услышала все голоса Екатерина Кулешова. Я уверена, во второй части не было верхних мужских голосов, во второй части пропали тенора. Мне кажется, вы доказываете, что вот просто трудом, усилием можно достичь вот невероятного. Да, и удивить нас всех здесь сегодня. Спасибо. Встречайте людей, которые удивляли вас сегодня. Прошу. Перед тем, как отдать всю власть народу, выслушаю мнение звездных гостей. Ваши рекомендации или просто рассказ о ваших фаворитах? Я отмечу, как обычно, троих претендентов, как мне кажется, в финал. Если бы у меня была возможность голосовать, я бы проголосовала за этих людей. Это Дарья, ее невероятный нос. Это Андрей, паркур, потрясающие трюки. И Кирилл, мнемотехника, по-прежнему, конечно, вызывает невероятные эмоции, восхищение. Спасибо большое всем участникам, всем удачи. Ой, спасибо большое. Жень, если вы готовы, прошу. Хотел бы я выделить свою тройку фаворитов. Дарья, во-первых, это вы. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня продемонстрировали. Это правда было очень круто. Такая, знаете, вот личная симпатия к семье метателей ножей. Вот, я помню, и в прошлом сезоне, сегодня вы выступали с сыном и выиграли у сына. Но, вы знаете, у меня сегодня прям мой личный явный фаворит – это Андрей, паркур. И не только потому, что я поучаствовал в вашем номере, ну, просто вы правда мега крутой. Спасибо большое. Спасибо большое, Женя. Наталья. Вы мне все симпатичны, но мне больше всего понравился Роберт из Кисловодска. Он меня удивил и очень сильно. Я впервые увидела то, что не видела в своей жизни. Свои 44 года. Огромное спасибо. Вот, огромное спасибо всем. Спасибо. Это правда был какой-то очень светлый и трогательный эпизод, действительно. Василий Андреевич, ваши фавориты. Ну, я сначала хотел сказать, что сегодня, наверное, самый вкусный, ароматный и эмоциональный день в нашем шоу. Пока. Мне это очень понравилось. Мой фаворит, здесь я совпадаю с Натальей. Я был сегодня невероятно тронут и очарован Робертом. И это было великолепно. Ну, симпатично. Спасибо большое. Спасибо. Я прошу зрителей в студии взять в руки пульты для голосования. На каждом из них кнопки с номерами участников, которые вы видите на экране. По моей команде нажмите кнопку с номером вашего фаворита. И мы открываем голосование. Три, два, один, стоп. Голосование окончено. Я прямо сейчас объявляю его
результаты. Итак, Дарья Верзилина набирает 11% голосов. Результат Андрея Яковлева 14% голосов. Роберт Калмухян набрал 12%. Результат Андрея Ромашевского 17%. За Кирилла Козлова проголосовало 14% зрителей. Результат Евгения Мещерякова 8%. За Екатерину Кулешову 21% голосов. И результат Людмилы Березанец 3%. А это значит, что победителем второго выпуска и финалистом сезона становится Екатерина Кулешова. Это приятно, спасибо. Поздравляю. Сегодня мы узнали еще немного о том, каким будет человек 22-го столетия. Увидимся на телеканале «Россия». Удивительной вам недели.